Командир, экипаж на борту, створки, двери, люки закрыты. Понял. Запускаемся. Аккумуляторы включены, напряжение в норме. Магнитофон включен, работает. Слышимость по СПУ хорошая. Слышимость по СПУ хорошая. Слышимость по СПУ хорошая. Замок шаг-газ открыт. Система подвижных упоров включена исправно. Ручка управления педалей вблизи нейтрального положения. АЗС и запуска и систем включены. Бортовые документы, ключи, заглушки на борту. Система пожаротушения, огнетушения исправна. Выключатель расход включен. Топливомер исправен. Перекрывные краны открыты. Рукоятки кранов остановок двигателей в заднем положении. Рукоятки кранов остановок двигателей в заднем положении. Внешняя подвеска исправна. Запуск ПСУ. Температура пошла. Давление в норме. Проблесковый. Сократ, 103-й. Запуск. 1-0-3. Сократ, запуск разрешаю. Ветер у земли 3-5. Скорость 5 метров в секунду. Запуск правого. Обороты растут, температура пошла. Правый двигатель на малом. Запуск левого. Обороты растут, температура пошла. Левый двигатель на малом.
Энергетика включена. Включаем оборудование. Параметры работы двигателей, норма. Готовы, начинаем выруливание. Включаем автопилот.
Краснодар район, я 29-103. Взлет с Ханской произвел, работаю по майкопским площадкам. Высота от 0 до 500. На связь через час. 29-103, Краснодар район. Информацию приняла. Работаете по плану. На связь через час. Итак, 3-8, понял, просто входа в зону, дополнительная подсказка. Добрый вечер, это Москва-3. Я же сейчас понял, посадку на мойке надо ложить. Посадку на мойке надо ложить. Северный 510, спасибо, всего доброго. Ростов-на-Дону, Львовск, наверное, вот вечер, добрый, Дима, Аксал, и вот эти первые. Львовский тоннель, Ирван Форестов, контрол, добрый вечер, это Костя. У нас на центральной полосе, на 23 центральной, 70 градусов, 25 градусов, 25 градусов. А 70 на 5, понял. Это 20.5, до свидания. 122.5, встали. 6.2, спасибо, до свидания, хорошо. Россия 62-23, 49 минут в конец полосы. Правый РД Майк, далее прямо Оскар. Майк Оскар, Россия 62-23.
Виктор, Сивина Дудаева, точно на Мойке найдете. Сивина Дудаева. Да, на Мойке на 500 метров. Да-да, вас понял. За подсадки, подсадку доложим. Да. Подсадку доложим. Подсадка, Сивина, стоянка будет минимальная, правильно? Стоянка будет от минуты до двух. Подсадка, Сивина, будем. Россия 6223, продолжайте прямо РДУшка, работайте с рулением 119.0. Всего доброго. Прямо по острову 119.0, Россия 6223. Всего доброго.
подход ЮТР 523. Доброй ночи. Снижает 190 эшелон. Информацию. Сила имеет 1060. ЮТР 523, Краснодар, подход. Добрый вечер. Прошли Тихорецк. ВПП 23 центральная. Последний линий. Вопкотел 1 кило. Снижайте эшелон 6-0. Снижайте эшелон 6-0. Ну как? Ничего? Нет, не видно никого. Давайте обратно вдоль реки пройдемся до Кубанской. Рассчитайте 23 центральную. Вот ЮТР 523 Тихорецка идет. Вы как раз будете одновременно над полосой, если он 0,5. Так что рассчитывайте 23. 23 центральную рассчитываем.
пошла. Максимыч, еще парочку запусти, но только не все. Ракета пошла. Смотрите по сторонам. Сохраните эшелон 110 до команды. Обход по всем сортам разрешен. Отстраним эшелон 110 до команды. Обход разрешен. Эшелон 400 и курс на Вандазулу. Сообщите подписанный эшелон. Разрешили, Оскар, право, перрон.
Костер вижу в лесу. Где? Да вон же, в лесу, на поляне. Костер горит. Может, это они в конце концов. Хорошо. Снижаемся, делаем контрольный круг и садимся возле костра. Яд, голубчики. Андрей, давай пинками их вертолет. Понял, сделаю. Пострадавшие на борту, двери закрыты.
Взлетаем. Идем на Ханскую. Там они у меня пострадают по полной, блин. Старшего к СПУ. Ну что, рыбаки, рассказывайте, как дошли до жизни такой? Где вас носило все это время? Командир, не поверишь, заблудились мы. Ну почему уж, охотно верю. Вот только понять не могу. Ну как так? Ну мы удочки закинули, только не клюет ничего. Вроде погода клевая, а нет, поклево. Говорил Петровичу, надо было мотыля взять, а он мне червя там наберем, на червя. Ну не берет на червя. Часа два просидели, жарко, ничего не поймали. Петрович говорит, дожди были недавно, грибы в лесу должны быть. Пойдем, мол, в лес, в холодке походим, хотя бы грибов наберем. Ну мы и пошли. Ну и где грибы? Да нет там грибов, одни мухоморы, пару польских было, но уже гнилые. Наверное, до нас уже местные собрали. Но мы выходить из леса, а обратно дорогу-то не знаем. Ну так надо было кричать. Кому кричать? Людей в лесу не видно, а медведь точно услышит. Да нет здесь медведей. Хорошо тебе говорить. Если бы ты с нами был, ты бы не был так уверен. Мы в одну сторону, лес еще гуще. Другое, там что-то воет, и ветки трещат. Ну, добрались до какой-то поляны, кругом уже темнеет, и вроде как зверей со всех сторон к поляне подбирается. Глаза со всех сторон так и светятся, шут просто. Но мы тогда костер уже зажгли, а потом мы вас уже увидели, вот и все. Вот вы артисты, прямо аншлаг на выезде. Там от той поляны, где мы вас забрали, до берега буквально метров 150 на запад, и речка там. Берите в следующий раз с собой пачку беломора для ориентировки. Да ну нафиг, я больше по грибы не пойду. Петрович сам пускай прется, если такой умный. Не червя, блин. Говорил же, мотыля надо брать. Контрол, у вас мастер Сусан, будильник Балек, пожалуй, 390. Бомба, мастер Сусан, на контрол, будильник, крылья контроль. Подкова, 103-й. Рубеж 18 на 500.
41-267. Посадка на Мокино, Сергей, да? 41-267, через минуту фиксируйте посадку на площадке. Фиксирую через минуту на площадке за вылетом. За вылетом. Литр 523, работаю. Войска 118, литр 523. Спасибо, до свидания. Садар район, я 29-103. Работу по майкопским площадкам закончил. Работай с Сократом. 29-103, Краснодар район. Поняла. Работайте с Сократом. 25-0, до свидания. 29-103, с Сократом 125-0. До свидания. Читаем карту перед посадкой. Указатель курса 33 градуса. Указатель курса 33 градуса. Метод посадки по самолетному в зоне с пробегом. Готовность к посадке готов. Готовность к посадке готов. Готовность к посадке готов.
Прибыли! Глуши движки.